Итак, дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы будем снова играть Spider-Punk, а это NFT-проект, в котором можно зарабатывать реальные деньги. И я уже немножко получил себе вот игровые валюты в инвентарь. И мы продолжаем играть. А все необходимые ссылки на кошельки, а также Binance вы найдете в описании к видео или закрепленный комментарий под ним. Так что, папа, поехали! Мы будем играть турниры, где, собственно, и будут давать нам денежки. Но только запомните, за выигранные матчи. За проигрыши денег не дают. Так что погнали. Танки, я напоминаю, подбираются рандомным образом. Мы выступаем в качестве пилота. Это арендованные танки, с которых вы, конечно же, будете с владельцем делиться деньгами. И также заработок зависит от уровня соперников и от уровня вашего танка. Чем круче у вас танк, более, скажем так, эпичный, тем больше вы будете зарабатывать.
Еще танки у нас, слышь, голдовый. Скулы фикс. Палка, не успел полечиться. Блин, вот эти фишки, конечно, валят, это просто. А что за яйца захватывать надо? Собирайте яйца, которые роняют игроки. Это типа если замочили яйца, типа собирайте. Погнал. Есть контакт. Ай-яй, уходить надо. Замочить. Капец, догнали. Зачемили толпой. И хитрожопые какие. Он уже там? Капец, вот эта фишка валит. Тут на ножовку. Блин. Проиграли. Чуть-чуть не хватило.
Отходили, отходили, потом. А, да. Это капец вроде. На, получи. 4-4. Хорошо, хорошо. Я полезный член команды. Классный укол, дай мне бонус.
Ничего, эпичный танк дали, ёлка. Круто. Эпичный танк, это хорошо. Ну раз это пугать. Или нет, или голда, как он называется. Не знаю. Так вот эта штука мне понравилась. Надо ее взять. Берите и доставьте курс. Ну как-то больно, да, как? А где? И даже не вижу, а вон. Капец, они дальнобольные. Это пушка. Я что, понял? Меня разглядели? Так, одна курка есть. Соберите и доставьте кура. Куда ее доставлять надо? Куда доставлять? Хорош, разгатили. Есть контакт, вот еще одна курица. Все, сейчас победа будет. Нормально. Мечтатель ранг получил. Так, плюс 95 поинтов получил. Нормально. Три убийства сделал, круто. Круто, круто. Ноль цыплят собрал, е-мое.
Не, я там вроде подбирал их, куда-то, короче, надо было оттаскивать, но я как бы еще не разобрался, куда. Так, 95 поинтов
Поехали. Легенд? Нормально. Два раза подряд повезло. А не, ты смотри, какие, ничего. Ты что там? Ты вообще что ли? Вообще обнагрели. А куда их тараканить надо? Я так и не понял. Заберите и доставьте куда? Куда доставлять надо? Это как-то немножко неверно. Размочил пацана вообще как. А, туда? А нет. Не понял. Ясно, надо в ящик, короче, вот это. А где их искать? Ау. Ай, ты, блядь, далеко так бьет, капец. Дальнобойный пришел. Походу победа скоро будет, наверное. Это я так думаю. Капец он гатит, я в шоке. А может не будет, не знаю, 15 уже. Давай, забирай, забирай, забирай. Пошли, пошли, пошли. Победа! На один оторвались всего лишь. На один поинт. Чуть-чуть до следующего уровня не хватило. Так, а сколько я получил? 33 поинт. Какую, сука, собрал? 3? Thank you.
снова голдовый танк. Да тень. Я так понимаю, это еще походу от ранга, наверное, зависит от этого. И танк хороший дают, наверное, чем выше ранг. И получается. И катку как-то быстрее ищет. Так, можно сложить что этот. Собирайте яйца, которые роняют игроки. О, вот эта фигня, короче, она бьет через стены. Это жестко. Я не знаю, как с ним сейчас справляться. Даже через стены гадят. Это, конечно, не очень хорошо. Он еще дальнобойный такой, просто пипец. А, вот это и все у него, типа. Есть контакт. Хорош. Капец, он валит далеко. Там яйцо лежит? А чё, оно наше? Назад! Ну, 2-0, походу, мы выигрываем. Ай-яй-яй-яй, сейчас кранты мне будут. Капец. Огнемет, конечно, слабый вот этот. И у меня здесь ничего нельзя. Давай, 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 чуть-чуть осталось. Есть контакт. А я сейчас добьет меня. Ёлка, ёлка. Икай! Разбили. Пока ничья. Ну, у них танки, конечно, жесткие, дальнобойные. Еще через стены гадят. А нет. Падает, да, когда проигрываешь? Угу. 1133 поинта, ничего себе. Нормально так. 1000 поинтов за один матч. За сколько? 1000 баксов? Шучу, конечно. Но все равно много.
Соберите яйца, которые роняют игроки. Ой, еще силу попросили. А нет. Разбили. Блин, ну у них танки дальнобойные опять. Это очень сложно играть с ними, потому что они очень далеко пуляют. Зажимаю. Давай, чуть-чуть осталось. Есть контакт. Есть контакт. Ай-яй-яй, сейчас убьют. Не, о, они появляются как-то, блин. А, рядом со мной. Не успеваю просто не сообразить, куда ехать. Ну, у нас вроде как нормально пока. Восемь шесть, мы должны вроде как победить. 10, нормально. Победа. Ха. Отлично. Так, сука, поинтов дали. 53. Я 4 яйца собрал, получается. 7, 1 яйцо. Нормально пойдет. Ущерб 20 тысяч ущерба нанес.